Итак, всем привет. Мы продолжаем. Пока я продолжу один. Ванька пока на работе. То есть вчера мы весело закончили серию. Перевернулись оба. Я уже пригнал рецепт, чтобы выложить металлическую балку. А сейчас буду пробовать вытаскивать вон тот рецепт. Тоже не знаю, что получится, но попробуем. Пробуем. Давай, 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 давай. Так, потихонечку. Тихо, 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 тихо. Отлично. Слишком далековато. Есть. Мука. Есть. Так, ну попробую сейчас аккуратно проехать сам. Без напарника. Угу.
Гребаный столбик. Ходишь, хочешь, не хочешь, а дерево тут обонилось, да? Он так развернулся. Да какого хрена ты на эту сторону тянешь? Так, давай. Тихонько. Еще без ты поехали. Что-то непослушный-то на камушках. Первую часть мы проехали. Отлично. Отлично, попробуем. Чудно. Останется только выловить металлические бафы. Ну там уже полегче будет. Там прицеп легче этого. И не такой габаритный. Пинки. Зараза. Пенек. Ну, зараза. Ладно, попробуем ближе к контейнеру взять. Надеюсь, не зацепит пенек. Да где ты чем что цепляешь? Чё-то ни хрена не вижу. А, вон он тенер. Прям под бампером сзади. Скотина. Вот так попробуй проехать. Тоже цепляется. Какая-то база.
Не зацепился за кто-то, только зацепился за другой. Да что тут? Ладно. Так, все, я на месте. Уже подцепил рецепт. Сейчас будем вылавливать. Начнем с этого. Чудесно. Ну все, поехали. Итак, все, я на месте. Сейчас мы процепим. Потопим вон тут. Потом этот. Зараза. Чудно. Первый этап решен, да, теперь вот этот рецепт.
Осталась бровая установка. Одна штука. Ладно, поехали за ним. Так, все, я загрузил последнюю деталь. Ну, теперь поедем отвозить ее на буровую площадку. Да. Там увидимся. Так, ну мы уже почти приехали, где-то полпути прошло. Сейчас посмотрим, как он там проедет. Там, где я на колы проехать не смог, он-то должен проехать, он же как раз узкий. А так, а впереди будет большое препятствие. Надеюсь, он этот лужицы проедет. Так, на всякий случай пониже мы врубим. Так-то катит. Там на привод включен, но он ни хрена не ползет. Да, нормально. Понижайку вырубил, он полетел. Да, еще одна грузовика. Надеюсь, топлива хватит довести. Вот этот бандурас не легенькая. Судя по тому, как он ползет. Ползи. Как-то не застрянь, тут цепануться-то не за что будет. Тут они выйдут в машинку, блин. Ладно, пойдем тогда так. Давай, 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 давай. Я верю. Ты без привода хорошо ездил по таким грязюкам. Ну ё-моё. Ну шо ж ты такой, а? Достаешь отсюда? Чёрно.
давай, 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 давай. Понятно, прицепом на брюхо сел, да? Давай на пониженную поднимайся туда. Че, и на пониженную ехать не можешь? Да ты издеваешься. Ладно, давай-ка сюда. Что-то на этом грузовичке пониженная очень плохо работает. Автоматика и то лучше работает. Блин, ну до пенька бы. Ладно, делаем вот так-то. Дальше пути. Здорово подсел, блядь. Ты еще хочешь сказать, что такой тяжелый? Да ты охренел. Отлично, хоть до того дерева достает. А здесь вниз. Так, а другое дерево достаешь? Надеюсь, оно хоть выдержит. Да, тяжелый груз этот грузовичок тащить пока не может. Ему движка топовая нужна. Тут-то он уже должен спокойно, без проблем проехать. Давай, тут не буксируем. Мы уже приехали, можно сказать. Так. Там грязь. Вот и все, закончили задание. Так, смотрим, что у нас тут еще по заданиям есть. А, вот какое-то задание уже нам показано. Так, заказ материала доставить. Расходники 2 штуки, металлическая балка 1 штука. Ладно, поедем грузиться. Так, кто-то я загрузился расходниками. Сейчас, наверное, сразу заеду вот за тем прицепом. Его-то поцеплю и увезу оттуда как раз. И оттуда уже в обратный путь. В принципе, тата живет мало. Как у него бак почти 400 и плюс еще запас. Сколько, не помню. Так что думаю, что хватит. Итак, все, я уже подъехал с этим прицепом.
Да, только Татар не поворотивает. Так, каким же маршрутом мы поедем? Да, наверное, тем же, что, чем, каким я и приехал. То есть вот так вот. Да. Потому что другой маршрут будет длинным. Ну, погнали. Да, только сейчас главное тут не перевернуться, блин. А то мы делать это могем. Это тот участок полети, который ожидает впереди. А там дальше уже дорога нормальная будет. Ну на понижайке с дифференциалом ползет. Дифференциал, в принципе, уже не нужен. Надо посмотреть даже от него нормальную ходовку. И есть ли у него вообще подвеска даже высокая. Ой, это Татра. Так, техника ничего, нормальная. Так, ты главное вот этот участок проползти. Сразу понижайте. Дифференциал. Все, пускай ползет. Да, тяжеловатый гиперзачок. Давай, Татра, я в тебя верю. Хоть ты и не симпатяшная на вид, но ползучая. Без дифференциала. Так, хорошо, но тут-то с бугорка, в принципе. Так, закопаться он тут не должен. А мы еще вот так вот срежем. Да, все чудесно, проехали на ура. Дальше уже дорога будет нормальная. Да, тот участок мы проехали на ура. Спокойненько. Вот тут остается высок нижняя прямая, можно сказать. Так вот тут немножко получше прокатимся, а там уже и дорога отличная. То есть мы загружены сразу и расходниками, и металлический пал. Там тем более будет как заправка, то есть Татра как раз заправлю. Запасы канистры, то что на крыше я даже им еще не пользовался. То есть на данный момент я потратил меньше полбака, то есть чтобы сидеть туда, загрузить, потом сесть за прицепом, его подцепить и назад уже еду. Да, довольно снял грузовичочек,
принципе, стоит своих денег, но тут, конечно, немножко дороговато. Ну, нормальный грузовик, мне нравится. Хоть и по виду староватенький грузовичок, но хороший. Ну, зато экономичен в растрате топлива. Ползет на ура. Надо будет в гараже действительно посмотреть, есть у него ходов. Точнее, подвеска повыше. И чем-то еще какие-нибудь повышения. А то, что движка у него не топовая стоит, это да. Была движка топовая, было бы еще интереснее. Единственный минус, то, что он не поворотивает, хрена. Так, ну все, мы, в принципе, приехали. Сейчас мы груз сдадим, задание завершим. А, да? Вас, сволочей, еще и в карьер вести? А вы не охренели ли, сэр? Так, ну ладно, поедем в карьер. Так, я сейчас сделал маленькую хитрость. Краном перекинул сюда металлическую навку. А от прицепа сейчас я избавлюсь. Так, у меня груз запакован. Да, запакован. Все, теперь мы едем в карьер. Так, мы уже приехали к карьеру. Так, сейчас посмотрим, как нам лучше спуститься. Ну, что так, и что вот так. Так, ну тут рисковато, мы еще только прямо проедем, а там уже съедем. Дождик идет. Видимо, конечно, хреноват там. Тихо. Я не планировал туда на бок уходить. Так, я тебя понял. Лучше вот так вот объехать. А иначе тут можно на бок прилечь. Тихо. Да, потихонечку. Камней куча. Вот этих камней это не проблема. Особенно на карьере. Все, спустились.
Сейчас вот эту уже забьем, здание закончим, посмотрим, что можно в плане улучшения на эту Татру. И, наверное, на этом серию закончим. Так, понятно, не на вторую. Чудно. Так, эвакуация. Ну что ж, давай посмотрим. Да, доступно еще два двигателя. Таймыр Россия, Таймыр Россия. Значит, после Мичигана, наверное, подъем на Таймыр. Так. А, Висконсин. Северная Америка. Ух ты, блин. Аляска. Юкон. Блин, походу все улучшения по всем этим вопросам. Так, машина нас не интересует. Так, подвески нет, да? Нету. Что хреново. Так, лебедки. Ну, в принципе, понятно. Дифференциал стоит. Да и, в принципе, все. Только что коробки и двигатели. Ну, в принципе, такого там... Давайте 5 колец поставим. А эти продадим. Ну, а в остальном, в принципе, все. Good. Да, наверное, на этом серию закончим. Так что всем спасибо за просмотр. До встречи в следующей серии.